Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить собирательный образ креветки. Для этого я взял крючок Тимка 200R. Это у меня 12 номер, но желательно вязать на 14-16 номере. Можно и на 12-м. Все зависит от величины вашей кормовой базы, которая у вас есть. И огрузил немножечко свинцом. Для того, чтобы мне ее изготовить, понадобится ряд специфических материалов. Но в процессе работы я вам расскажу, чем это все можно будет заменить. Закрепим сперва антенки. Для этого я возьму парочку синтетического нашего кристалл флеша. Вот, буквально немножко. Подровняю их сразу. Кончики. Длина равна антеннок примерно длине крючка. И начинаем крепить наши материалы. Закрепили. Для того, чтобы у креветочки имеется ротовая полость, я в качестве обозначить, где у нее ротик, вот у меня имеются остатки вот такие, перышек гризли, совсем немножечко оторву, но не пуховой части перьев. Вот так. Подровняю. Приблизительно вот столько мне будет достаточно. И начинаю крепить ее там же, где закончил. То есть все крепления должны происходить у нас до середины загиба. Вот так. Закончили. Подхватили. В качестве чехольчика или же спинки я буду использовать вот такой материал, как пластик рафия. Если у вас по каким-либо причинам нет такого материала, можно отрезать кусочек обыкновенной пленки из упаковки и ее использовать. Если имеется у вас вот такой материал, вот как вы видите, это даже еще больше приветствуется. Давайте сделаем с этого материала. Подрезаем край слегка накосую. Вот так. И здесь же, где мы закончили крепить наши усы и ротик, с вами закрепим вот так, чтобы огибало, закрепим с вами эту пленочку. Повторю, использовать можно все что угодно. Из лески я взял зажигалку, оплавил и сделал вот такие глазки. И теперь их закреплю. Крепим здесь же по бокам цевья. Ни сверху, ни снизу, а именно по бокам цевья. Подхватили, лишнее откусим. Сразу подготовим вторую половиночку. Установили на место, подровняли опять и подхватим. Не стремитесь сразу за один раз, так как леска для того, чтобы у меня были симпатичные глазки,
и хороший оплыв я брал где-то 0,1, поэтому, вернее, 1 миллиметр, поэтому работать с ней будет несколько тяжело. Если у вас имеются бусинки, пожалуйста, сделайте с бусинками. И укладываем с другой стороны. Подравниваем, чтобы они у нас кончики сильно не отличались, не было бугорков. И укладываем с другой стороны. Посмотрели, подтянули, подравняли. Промажем клеем и хорошо промотаем. Клей наш подхватился. Немножечко подровняли тело. У вас должна выйти вот такая симпатичная конструкция. И теперь нам понадобится еще немножечко специфический материал. Но если его нет, его тоже можно заменить, используя, допустим, любой даббинг, вплоть до пера павлина, чтобы изготовить тело. Так как я хочу свою мушку, то есть креветочку, изготовить в таких светлых перламутровых тонах, я возьму вот такой спектродаббинг, или же вот такого оттенка. Можно, если у вас есть вплоть до олива такая, немножечко как красная. Поэтому попробуйте сами изготовить хотя бы один раз, и вы потом увидите, что вам нужно будет. Рыба реагирует, невзирая на то, что в наших регионах нет креветок, практически вся. От карпа, про окуня я вообще даже не говорю. Берем небольшими щепоточками, для того, чтобы не создавать нам неровностей в изготовлении. И начинаем хорошо проматывать район глазок. Не забываем слегка все время подкручивать даббинг. Проматываем район глазок, делаем своего рода как голову. Добавляем. Оттенок я буду использовать один. Если у вас имеется желание, пожалуйста, можете добавлять другие оттеночки. Светлее, темнее. Сделать ее. Она не вся у нас одинакова по расцветке. У нее, сами понимаете, и оливка присутствует цвет, и в то же время сама по себе она не всегда таких расцветок, как мы ее здесь изготавливаем в природе. Если у вас есть микросинель, это даже приветствуется, пожалуйста, берите и изготавливайте. В качестве сегментации тела можно использовать вот такой юнифлос. Можно использовать люрикс, если у вас имеется. Здесь мы сейчас должны с вами закрепить для сегментации нашей шейки креветки или леску, или проволоку, любой материал, какой вы выберете. В качестве сегментации я решил использовать вот такую леску. Закрепили ее буквально, вот получается, поделите тело сразу за головой, и здесь же продолжаем с вами формировать дальше в одном и том же тоне наше тело. Дойдем до колечка и будем продолжим дальше. Дошли до колечка. Все одним и тем же даббингом. Сделаем парочку накидных узелков. Или же сделаем с вами просто узелочек. И теперь мы должны с вами выровнять наш чехольчик. Подровнять так, чтобы он у нас красиво сидел
на теле. Вот приблизительно вот так, как у меня. И в районе, где мы оставили леску, мы начинаем вот так, продавливая. Следим за тем, чтобы наша пленочка не уходила ни влево, ни вправо. Сделаем один полный оборот. Это очень важно. Обозначили. И теперь равными шагами просегментируем тело аж до самого колечка. Следим за тем, чтобы пленочка у нас не утягивала. Вот так, да. Это мы с вами формируем шейку нашей креветки. Продавливаем. Доходим до колечка. И здесь необходимо нам сделать вот такую операцию. Наш материал, которым мы крепили пленочку, приподнять. И здесь закрепить леску. Сделаем один полный оборот нашей лески и закрепим. И остатки лески удаляем. Место промажем клеем. И сделаем завершающий узел. Вот так. Удалили леску, промажем немножечко фломастером головку, так как сделаем ее, эту часть, несколько темнее. Совсем-совсем немножечко, сильно не усердствуйте. Добавим капельку клея и подрежем пленку. Хвостик я пленочку подрезал так, чтобы у меня остался вот такой хвостик. Как вы видите, вот такая незатейливая креветочка готова у нас к рыбалке. Повторю, довольно-таки привлекательная приманка практически для любой рыбы, невзирая на то, что в наших широтах такой живности практически нет. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Пробуйте с материалами.